Всем привет! Ну что, сегодня у нас опять трэш-контент, качаем Фрей уже на вторую эволюцию. Вот такая у нас Фрея. Так, делаем оп, 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 оп. Две книги. Вторая Эва. И это не все, мы будем с ней битву гильдии сейчас проходить, но до этого мы поднимем немножко левел. Где-то до 160-го. И качаем 11-й скилл. Чтобы она критовала еще больше. Так, 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 так. Раз. Два. Сейчас пойдем в судьбу. Так, где там мои накрасы? Я им просветы качаю. Сейчас я быстренько ей качну 160 и пойдем. Делать 11-й скилл. Будет более живучая у нас. Ну и плюс статы поднимутся базовые. Тоже будет плюсик. Так. Это у нас будет второй герой со второй эволюцией на аккаунте. Так, надо немножко книжечек наменять. Есть. 140-я. 160-я. Так, надо 200 тысяч значков почета. 70 тысяч сейчас наменяем. Продать раз, два. И добиваем золото до 2000. Так, и еще разок, думаю. Так, есть. Это мы сделали. Побежали дальше в судьбу. Качаем ей 11-й скилл. Опять набиваем золото. Нудное занятие, но ничего не поделаешь. Ну-ка, интересно посмотреть, как она сейчас долбит в рейде уже. Ну, неплохо, 89130 крит. Бум-бум, 111. Хорош. Мне нравится.
Так. Где наш Некрос второй? Так, есть, побежали. Делаем прокачку. Рея улучшить. Вот опять значки почета. Почему надо качать всех героев? Желательно до... Максимум, потом переводить, чтобы книги получать. Так. Судьба. Ужас, просто обдираловка какая-то. Я представляю, как это фармить на аккаунтах без Минотавра и без Римки пятой. А тут раз зашел, ударил, ударил, ударил. Сколько экономии времени. Видите, как ее статы растут. Теперь по 1 200 000 нам надо набить 4 раза. Вот, неплохо. Вот, супер, чтобы все такие были. Вот, кстати, хоть сейчас можем тут проверить, как она будет дамажить. Тык-тык, 90, 75, 73, 127. Неплохо, неплохо. Это без усилений всяких. Есть. Побежали дальше. Некрос. Судьба. Так, 16-я звезда есть. Еще 2 раза. И последний раз.
Есть. Так, тут используем камни. Бум, 11. Так, ну все, 11 скилл у нас уже есть. Смотрим на нее, на параметры ее, какая у нас получилась. 10 410 500 атака, плюс 8000 от рун. Так, ну жизни уже явно побольше, 240 тысяч почти. Это good. Вот такой вот у нас сет грубой силы. 24 на атаку, 0,5 усиление. Так. Ну, такая вот сборочка. Со звездиями я такое собрал. Крит, жизнь и уклонение выпало. Ну что, поехали. Сейчас только просветик докачаю. А теперь поехали. Собираем героев на битву гильдий. Так, тыковку берем с собой. Только не эту. А вот эту тыковку. Анубис. Пусть будет. Купидон. Так, с Купидона надо снять. Вот так вот сделаем. Так, ворожей. Хранитель. Давайте лишних просто уберем. Попробуем сливать чисто героев. Так, этого надо. Ворожей убираем. Хранитель нужен. Фрея, тыква. Все, 4 героя, которые нам надо. Для теста побежали. Делать трешачок. Так, смотрим. 211, 270, 209, 300. Ну, пробуем. Так, есть стрелок. Давайте попробуем так, так. А, и там тоже Фрея есть. Против этого не проканает. Смотрим другого топа. Ну тут просто налегке сейчас должны даже так затащить. 91. Смотрим. Неплохой такой у нее урон, это при том, что у нее не стоит баст талантом. Будет вторая качаться с бастионом. Черепа ушатала. Варлока ушатала. 308 тысяч. Нехило так. Все. Да, все. Сейчас тыковка разгончик даст и мы без проблем все затащим. Так, этот есть. Смотрим дальше. Некрос. Ну, давайте попробуем. Так, тыковку у нас слили. Не вариант. Ворожей зацепил. Так, пробуем еще разок. Мешает, и Анубис мешает. Ладно, смотрим дальше. Так, 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 так. Стрелок. Да, стрелок не даст. Придется Минотавром бегать. Ну-ка, еще разок этого попробуем.
Не. Такие герои, конечно, не тащат их. Но против других должно нормально заходить. Так, смотрим дальше. Минотавр. Вот тут должно нормально, по идее, зайти. Пробуем. Купидона ушатала. Давай, 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 на красобей. Тыква дала разгон бешеный. Попробуем сейчас подальше от тыковки. Попробуем с этой стороны запустить. А сюда кидаем тыкву. 175. Неплохо, неплохо. Смотрите, как на красоту шатало. Следующая тыква у нас. Есть. Так, остался капитан Дрейк. Надо ворожая ставить однозначно. Против расстановок, где нет стрелка, реально неплохо заходит. А вот где есть стрелок, проблемно пока. Но мы не используем юнитов. И бегаем в два героя. Так, одного ушатало, второго ушатало. Давай, 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 давай. Вот так вот. Красиво, красиво. Жух, ускорение неплохое получилось. Так, смотрим этого топа. Тоже некрас, но тут тоже Фрея. Против Фрея, против Фрея это бесполезно. Так, тут вообще снял защиту. Давайте посмотрим здесь. Так, вот интересное. Анубис. Вот давайте против Анубиса запустим ее. Так, пошла жара, смотрим, что там у нас. Аресика слили. Слили. Ну, неплохой такой урон. Хранитель ушатали. Следующий у нас Анубис. Вот тут. Тут вот нужен ворожай уже. Для подхила. Либо сделаем вот так вот тыковку. Делаем. Ну, видите, Анубис все равно сливает. Вот дебафов надавал. Вот тут как раз таки нужен ворожай. Либо заходить с другой стороны, чтобы не через Анубиса идти. Но мы в любом случае его заряжать будем. Видите, насколько он понижает энергию. Точнее, атаку. Давайте поставим. Хотя не будем ставить ворожая, попробуем без ворожая еще. Так, 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 так. Можно арасиком блокировать. Пробуем с этой стороны зайти. Подальше от Анубиса. Да, вот так вот получше будет. Вот один дебаф дал. Смотрим. Череп. В принципе, череп нам тут особо не страшен. А нам больше Анубис мешает, он дает дебаф. Ну-ну-ну, давай-давай-давай-давай-давай. Там Купидон с черепом. Непонятно, что делают. Да, надо все-таки ставить ее в кубок, пробовать.
Нам не хватает немножко жизни. Давайте поставим кубок. Так, 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 так. Артефакты. Я кубок еще не качал толком. Давайте откроем два. Ну, так, думаю, нам хватит даже второго. Так, убираем ее отсюда. Ставим сюда. Ставим сюда и побежали обратно. Запускаем. Сейчас, по идее, должно быть получше. Критов, правда, столько не будет, как там, но у нас для этого есть на ней грубая сила. И криты наролены. Так, смотрим. Но все равно критует неплохо. Смотрите, что делает. Сейчас даже, по-моему, получше заходик, чем в предыдущий раз. Хрена себе, это что такое? В крите намного меньше был урон, чем сейчас. Это что такое? Это кубок так влияет, что ли? Не могу понять. Смотрите, что она делает. Жесть просто. Ну все, обратно Анубис понижает нам атаку. У него отхил больше, чем мы наносим урона. Ну попробуем, посмотрим, кто кого. Можем попробовать, конечно, тыковку, но она быстрее сольется. Все, осилили? Да, осилили без проблем. Вот так вот. Как-то странно даже получилось, что с кубком мы начали больше дамажить, чем с топором. Не знаю, с чем это связано, но это просто жесть. Возможно, просто удачный заход получился. В общем, если у вас есть седна, качайте ее, она везде используется, на подземках, везде, где только можно. По-моему, это один из самых имбовых героев вместе с ворожаем Анубисом. Самые, скажем так, востребованные. Даже Некрос столько удовольствия не приносит, сколько она. Так, 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 так. События, битва гильдий. Сколько там у нас? Три зафармили, да? Побежали дальше искать. Так, Некрос, малышник, череп. Ну, интересно, интересно. Давайте попробуем. Почему бы и нет? Кидаем сюда тыковку. Ага, все, малышник будет ее шатать. Окей, будем без тыковки. Вот можно было попозже тыковку кинуть. Так, хранитель. Вот супер. Или не супер. Сейчас посмотрим. Хранитель, до свидания, мы тебе сказали. Следующий у нас на подходе будет Некрос. Надеюсь, мы его быстрее ушатаем, чем он до нас долетит. Супер. Ну... Некрос тоже до свидания. Ну а череп ничего не сделает сегодня. Просто пиздец. Ребята, это просто один герой, который просто заходит и шатает все полностью. Даже вот мы словили молчанку. До одного места это молчанка.
Да, с кубком ее вообще нереально, даже если там на кого-то попадешь, но не убьешь ты ее, она отхилит себе больше. Если поставить еще рун утекания, тоже будет неплохо. Так, есть. Все, последний заход. Так, хочу кого-то найти так, чтобы можно было с тыковкой фраю потестить. Так, стрелок. Ну-ка попробуем так. Ну, стрелок сейчас, конечно, захерачит тыкву быстрее. Да. Так, тут без вариантов пока. Тут вообще пустой. Опять стрелок. Ну давайте попробуем. Мне шатает, шатает все-таки тыковку. Вот вроде нормально. Можно потестировать. Разгончик взять. Так, давайте делаем так. А сюда кидаем тыковку. Смотрим на урон. Понятно, все, отсюда, значит, заходить не будем. Заходим отсюда. Да, блин, запарил это Атара. Сейчас мы его сорвем, тогда уже тыкву кинем. Как же сложно. Давай, Ару, убивай. Ну, ладно, не будем маяться, ищем кого-то другого. Вот можно здесь, думаю. Пробуем. Угу. А братку не хочешь? Но урон достойный. Даже без бастиона. Очень-очень отлично держится. У всех героев, конечно, мы сорвем, а дальше будет просто бесконечный бой. 333 крит. Неплохо, без рассвона, без бафов. Ну-ка, 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 ну-ка. Скажите, что мы сейчас еще тут затащим. Не, переключились. Вот, вот оно. Вот оно то, что нам надо было. Так, ставим ее сюда. А сюда ставим тыкву. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Смотрим крит. 225 обычный. Понятно все. Короче, как обычно. Нубим. Так, пускаем, значит, так, раз. И следом сюда тыкву пускаем, чтобы они били ее, а тыковка уже будет ускоряться. Так, ну, как вам урон? Смотрите, что делается. Дынь-дынь-дынь. Просто жесть. Ну, не знаю. Не жалею нисколько, что я ее прокачал тоже на вторую эволюцию. Именно тот герой, который просто тащит все.
Самое смешное будет, если мы сейчас сольемся от башен. Это может быть вполне. Лучше выйти. Так, ладно. Хватит нубить. Делаем так. И вот так. Так, тут, по-моему, стрелка нету, да? Или есть? Не помню. Не, по-моему, нету. Пробуем так. Сюда тыковку. Добежит? Чуть-чуть не хватило. Совсем чуть-чуть. Ладно, еще разок. Так, раз, два. Хранитель. Купидон. Ну, не хочет. Давайте еще разок. Поближе кинем где-то вот так вот. Раз, два. Хранитель, куб. И хочет добегать. Сучка. Ладно, давайте разгоним тыковку сначала. Потом кинем его уже. Вот тыква разогналась. Бум, вот так вот. Если бегать минотавром. Тысяча 884. Наш новый рекорд. Конечно, мы не всех топов били, но уже 12 место по гильдии заняли на сегодня. Все, подписывайтесь, ставьте лайк, пишите комменты. Всем пока.